Автор питает слабость к женскому полу, чего не скрывает, но и не выставляет. Как вблизи, так и на почтительном расстоянии он видел самых разных представительниц этого пола чуть ли не во всех уголках мира, где ему пришлось побывать и солдатом, и вдумчивым искателем приключений. Но его отношение к женщине не имеет ничего общего с задором ненасытного гуляки или умилением пожившего сластолюбца. Главные героини его произведений – хозяйки жизни, умные и сильные распорядительницы своих судеб. Судьбы их, надо сказать, не совсем обычные. Иные диковатые и вовсе дикие. Общее у них одно – их нельзя назвать скучными –